посетил выставку «День поля» и губернатор Александр Ус. Он осмотрел сельхозтехнику, которую используют сейчас в самых современных хозяйствах края. Лично пообщался со многими фермерами и выслушал их пожелания и предложения. Оценил достижения местного птицеводства и животноводства. Также глава региона поучаствовал в торжественном открытии праздника, после которого начался концерт. Но главное, здесь же на выставке Александр Ус провел большое совещание с представителями Министерства сельского хозяйства и сельхозпредприятий. В первую очередь подробно обсудили предстоящую уборочную, а затем проблему эффективного использования посевных площадей. Для этого нужны более качественные виды зерна и передовые технологии подготовки почвы. Подняли вопрос создания закупочных организаций, которые помогали бы малым фермерским хозяйствам сбывать продукцию. Говорили и о ближайших перспективах агрокомплекса. Мы ожидаем сегодня, что объем сельскохозяйственного производства прирастет в абсолютных цифрах. Это 4-4,5 миллиарда, превысит 81 миллиард. Это хорошая прибавка. Естественно, мы ожидаем прирост прежде всего по растениеводству. Это, что называется, наша фишка. И в то же время и другие направления сельскохозяйственного производства выглядят достаточно убедительно.